Университет в буквальном смысле нас объединил. Я закончила университет имени Вернадского, пришла работать. Работала на факультете управления, на кафедре менеджмента внешнеэкономической деятельности. Я тогда пришел как бы уже на основную работу в университет после государственной службы. И на этом факультете познакомилась уже с опытным преподавателем Андреем Вячеславовичем, который впоследствии вот сыграл такую значительную роль в моей судьбе. Мы, конечно же, пишем совместные научные статьи. Не все статьи, не все научные работы у нас совместны, но тем не менее мы пишем все, что касается государственного, регионального управления, все, что может теоретически или практически помочь нашему Крыму, нашему региону родному развиваться, быть успешным и заявлять уверенно о себе, возможно, в мировых масштабах и в масштабах Российской Федерации. В частности, у нас была серия статей по взаимосвязи технологического предпринимательства, инноваций, учебных заведений, по внедрению инноваций в практическую деятельность. Были и в ваковских журналах, и в международных, в Web of Science. По первому образованию я преподаватель иностранных языков, по второму уже экономист. И, конечно же, в рамках своей профессиональной деятельности я стараюсь сделать так, чтобы наши выпускники или наши еще студенты, они имели комплексное понятие, общее мировоззрение о тех глобальных процессах, которые происходят сейчас в мире, и о том, как учитывать особенности нашего полуострова, нашей Родины, и как вот в этих реалиях быть успешными. Некоторые аспекты, это те же смарт-сити, я рассматриваю в своих работах, вот доминирует вот именно это направление, государственное муниципальное управление, особенно с учетом того, что я именно в этом направлении работаю давно, и у меня есть опыт практической деятельности тоже вот в Министерстве экономики, в Министерстве курортов и туризма, в органах госвласти. Университет – это наша большая любовь. Мы проводим здесь практически большую часть нашей жизни, активной нашей жизни. Мы утром уходим в университет, поздно вечером приходим. И, в принципе, мы нисколько не расстроены, потому что именно здесь мы развиваемся. И я, и Андрей, мы закончили этот университет. Мы много лет здесь работаем. У нас есть еще один успешный проект – это наша дочь, которая тоже заканчивает университет этот. И, в принципе, я думаю, даже не рассматривала другой вариант, кроме как учиться только в нашем университете. Наш университет – это наша альма-матер, это сочетание науки, энергии, драйва и передовых технологий не только в образовании, но и в практических областях экономики, региона и страны в целом. Свыше 20 лет у нас одна локация, одни интересы и один взгляд на жизнь вместе с университетом.